Сама Энмара. Что тут у нас? Выловила девочку с разбитого корабля. Пожалела и воспитала, да? Что в глаз попало, блин. Окей. Тут уже геймплей. Ух ты. Да. Это и есть наша Мара. Ау. Если что, это вроде как должно быть что-то типа приключение, приключение плюс песочница. Коа, опять на крышу лазила? Нет, я. Да ты только что сползла, я все видела. Может, найдется для меня работа? На острове всегда есть чем заняться. Нужно собрать апельсины для сока на завтрак. Я уже слишком старая, чтобы их собирать. Апельсины, поняла, сейчас принесу. Ага, пошли квестики, квестики. Три апельсинчика, ну, учат... эти квестики такие учат взаимоотношению игрока с игрой. Сундук мне нужно чем-то открыть, хорошо. Так, здесь посеять морковку, посеять капусту. Этим пока не будем заниматься. А где у нас апельсины-то растут? Так, первый есть. А на дереве только один апельсин. Можно покормить лягушечку. Накорми животных, получи особый предмет. Чем больше у тебя животных, тем больше предметов ты получишь. А, это цыпа, это не лягушка. Почему-то я ее с лягушкой перепутал. Окей. Так, второй апельсин. Мне жаль, но еды у меня нет. Одного птенчика только получилось покормить. Так, третий апельсин есть. Да, вот и самые красивые апельсины на острове. Большое спасибо. Какой же вкусный сок, я прям вся взбодрилась. Рада слышать. Запомни, Коа. Путь к любому сердцу лежит через желудок. А теперь нужно вскопать новую грядку. Ладно, ты копай, я посмотрю. А, разбежалась. Ты уже большая, сама сможешь все сделать. Бери мотыгу и за дело. А потом посадишь морковь. Вот тебе семена. А теперь полей их водой из колодца. Потом, наверное, мыться придется. Да, если запачкаешься. Я всегда пачкаюсь. Так, мы апельсины отдали, семена морковки получили. Апельсиновый сок научились делать, научили делать мотыгу. А новое задание приняли. Приняли. Выбери мотыгу, чтобы замедлить землю. Не научились делать мотыгу, а получили мотыгу. Посадить. Вот, отлично. Давайте подготовим сначала почву. Семена моркови посадим. Отлично. Сейчас просеем. Воды из колодца надо набрать, чтобы про... чтобы полить поле. Ну, вы уже поняли, почему. Как игру ли сменить? Меня не научили. Драмир, научи. Вау, вода вот так вот поднимается, просто подошла. А, она разливается. Когда я иду, я разливаю. Какие же грядки красивые, когда их засеешь. А, и я когда иду, я ее типа разливаю, таким образом я как раз и поливаю. Отлично, отлично. Так, хорошо. Готово, бабуля? Хорошо. Теперь надо собрать дрова. Вот только я потеряла топор, придется сделать новый. А у меня получится? Конечно, почему же нет? Найди камень и немного дерева. Класс, у меня будет собственный топор. Посмотрим, вот тебе материалы, иди в дом и сделай топор в мастерской. А потом встретимся у старого дерева. Мне дали камень, один камень, три дерева, мы научились делать топор. А мастерская у нас в доме, погнали.
Ага, в дом заходишь, выбираешь комнату так, типа инструменты, мастерская, кухня и спать, есть еще возможность. Что логично, что логично. Так, доступных рецептов... Да фак, в смысле, вот. А, в инструменты все-таки надо зайти. Эх, косячок, косячок. Хорошо, я думал, в мастерскую все делается. Ну ладно, делаем топор. И вуаля. С таким топором надо быть поосторожнее. Я бы просто раскрошил камень и сломал палки. Но Коа молодец. Он такой острый. Еще и заточила каменный топор. Таким острым его сделал. Класс. Так, погоди, а что мне надо делать? Я что-то... Тебя ждет Хаку на разговор, потом сможешь получить новое задание. А ну пойдем к Хаку. Как игра называется? Мара что-то там. Так. Я посмотри, какой топор вышел. Хорошо, теперь надо срубить вот это дерево. Ой, мне его жалко рубить. Мне тоже. Но все, что мы забираем у природы, нужно возвращать. Мы живем на островах Марры. В огромном океане, что окружает нас, бурлит жизнь. Если мы пользуемся природой, мы обязаны вернуть ей то, что взяли. Мы часть этого круговорота. О, все, что ты видишь вокруг, тебе не принадлежит. Все это Мара дает нам взаймы. Мне нравится. Ну что, рубить дерево? Что надо сказать? Спасибо, дерево. Бери семечко. Когда срубишь дерево, посади новое где-нибудь на острове. Это честный обмен. Сосновая шишка. Хорошо. Так, рубим дерево. Так. Рубим дерево. Отлично. И посадим. Ну, можно будет сюда прям... Самая Мара. Да, лето на Маре. Сюда прямо посадить сосновую шишку. Вот сюда. Отлично. Все, посадили. Мы поговорим. Посадила! Надеюсь, дерево вырастет высоко-высоко. Если будешь хорошо о нем заботиться, вырастет до неба. Каждый день буду поливать яя. Ну что, Коа, хочешь выучить новый рецепт? Приготовим апельсиновое варенье. Рецепт очень простой. Ступай на кухню и готовь. Класс! Вот бы меня так учили, чтобы я идиотом был. Так, а меня иногда так и учили. Да. Музыка такая умиротворяющая. Идем на кухню. И готовим апельсиновое варенье. Нужно 3 апельсина и сахар. Так, пошли за апельсином сначала сходим. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так. Вот еще апельсиновое дерево. И вон там слева вижу. А тут? И тут, да. Привет, свинка. Тебя можно покормить морковкой. Покушай. Я побольше собрал апельсин, не знаю почему. Чего ты? Нет у меня еды, к сожалению, прости. Так. Кухня. Апельсиновое варенье. Принимаем и готовим. Какая вкуснотища! Пусть я и попробует. Принесу ей немножко. Пойдем попробуем. Надо будет дома замутить. Да, апельсиновое варенье хочется реально. Собственного приготовления. Ой, лодочка еще. Рыбачить научишь меня? Я попробуй варенье. Ого, у нас на ужин рыба? Если клюнет, то да. Посмотрим. Научить тебя готовить вкусно рыбку. Слушай, рецепт, Коа. Берешь краснохвостого сама, нарезаешь морковь. Почему здесь не бывает пиратов? А потом добавляю... Я, почему здесь не бывает пиратов? Чего? Ты меня вообще слушаешь? Их видно с горы, они вечно плавают где-то далеко, а к нам не заплывают. Может, потому что им здесь нечего делать, островок-то крошечный. Но ведь у нас есть источник, и дверь, и Нил, и Нао. Наш остров такой красивый. Да, но мы ради какого-то там еще
Мы не ради кого-то там еще о нем заботимся, а потому что заботиться об острове для нас важно. Я иногда покидаю остров, но всегда возвращаюсь, потому что здесь ты и наш дом. И даже пока меня здесь нет, я постоянно думаю об острове. Наш дом — отражение того, что мы думаем о самих себе. Себя нужно любить, так? Так, хорошо. Про что мы с тобой говорили? Про ужин? На, ужин. А что я сказала? Ну ладно, какая разница. Уже поздно, Коа. Нужно заправить лодку топливом. Наполни бак и принеси его на пристань. Будет сделано, тетя Хако. И дали старый бак, смоляной буй, топливо из источника у двери хранителя отнеси я и Хако. Источник. Ага. Меня не научили, блин, готовить рыбу из-за того, что она такая вся из себя. О, спрошу это, спрошу то. Привет, а тебя покормить можно? Можно. Морковочку тебе дал тоже. Че бы нет. Там типа свинки у нас держатся. Пойдем источник искать с топливом. Может оно там где-то? Хотя... Ай, блин, апельсин на голову крякнулся. Там порубить кучу всего получится. Я думаю, просто апельсин надо собирать, потому что, скорее всего, ну, оно нам понадобится, это раз, а два, скорее всего, просто, ну, собрал один апельсинчик, со временем там еще один появится. А если не собрал, то как бы он один и останется. Мне так кажется. Так что будем по чуть-чуть собирать. Куда я пошел? Я засмотрелся в чат. С новым оформлением вебка стала меньше. Есть такое, ну, можно будет, конечно, ее сделать больше, это не проблема, но мне кажется, и так норм. С учетом того, что у нас теперь оверлей все-таки на игре. Ух ты, бочка. А что за бочка? А что в бочке? Блин, мне придется потом обходить все это дело. А, дух приключения или лень? Конечно, сука, лень. А, вот источник. Это дверь. Дверь Нао, Нуа, Нио. Что-то такое. Вот источник. Все, вижу. Старый бак. Полный бак. Ура, ура. Ура, ура, ура. Позаботься о двери. Не трогай дверь. На-на-на, дверь. На-на-на, дверь. Все, дверь это. Включить... Факел не работает. Тише. А плавать ты умеешь? Да-да! Островный житель, конечно, умеет. Алло. Но смотри, у нее типа усталость есть. Она долго в воде не может находиться. Прикольно. Ракушечка. Чекушечка, ракушечки. Не обязательно выбирать инструмент, типа, да? Он сам, она сама выберет. Хорошо. Интересно, а инвентарь переполняется или нет? О! Для цыплят еду нашел. Хотя можно, конечно, посадить. Наверное, лучше посадить. Чтобы потом у всех еда была все-таки, а не только у цыплят. Гребешки достать, гребешочек из него пожарить и к макарошкам, к лапшичке с морковочкой, с лучком, с перчиком. О чем это мы? Да, разбиваем камни. Дима, почти мой ужин поест. В чем я ошибся, Ася? В чем я ошибся? Не говори в гребешках, пожалуйста. Гребешки — это кайф. Ешь гребешки. Рыбачить. Не хочу. Пристал. Привет, рак. Можно тебя покормить? Тебя можно покормить. Прикольно. Вот еще. Я у тебя еду скоммунижу, потому что я бы хотел... Потому что я бы хотел, и все. Ни в чем не ошибся. Блин. Ну, в том плане, говорит, хорошо, не буду, тогда ни в чем не ошибся. Окей. С чем у тебя лапша? С курицей, с креветками? С говядинкой? Сейчас заправский Ася должна посмотреть в чат и сказать «да».
чем? С этим. О. А, вот, а это второй краб или нет? О, птички. Птички тень отбрасывают, красота. Да, это второй краб. Иди сюда, родной. Рикуа. Покормили. Еду стырили у него тоже. Птичка. Привет. Хе-хей. Бабушка уже на корабле. Не могли ее разместить чуть-чуть левее, чтобы она как бы коллизии своей в коллизию корабля не входила? Точнее, в текстуру корабля. Текстурой своей, в текстуру. Коллизия другая вещь. Счастливого пути, Яя. Помнишь, о чем я тебя попросила? О чем? Наоборот. Привезешь мне шоколада? Если хочешь, я сплаваю за ним сама, а ты оставайся дома. Через пару лет, может быть, возьму тебя с собой в город. В море очень опасно. Одной тебе плавать не стоит. А как же ты? А вообще, знаешь, не очень ты хотелось. Плыви одна. Пошла отсюда. Пошла отсюда. Сюда. Сюда. Кижерме-бежерме. Сделаю я ее сюрприз. Приготовлю ужин. Попробую тут рецепт вкусной рыбки. Так, сначала нужно пойти на пруд и поймать краснохвостного сама. Я ей забрала удочку. Сделаю новую в мастерской. Надо только найти материалы. Так, деревянная удочка. Значит, нам нужно удочку сделать. Значит, для удочки логично, что нам нужно дерево и что-то, из чего можно будет сделать леску. Из чего делается леска? В реальной жизни давным-давно из чего делается леска в реальной жизни? Из чего можно будет сделать здесь? Так. Еще. Что упало оттуда? Садить. Апель. Ну, давай, ладно. Одну эту срубили, посадим апельсин. Кстати, количество деревьев максимум, типа, да, 36. Давай, все, здесь будет апельсин. Так, окей. Червячка мы взяли. Я думаю, что мы сейчас сходим в мастерскую и там нам скажут, что нам нужно взять для лески. Леска делается из лески. Чат, а леска из чего делается? А, нет еды, это все-таки... Чего, господи, извиняюсь. Так, значит, у меня, смотрите, семена латука есть. Спасибо. И семена пшеницы еще две штучки имеются. Я думаю, нам надо камень убрать. Нужен молот получше, чтобы этот камень убрать. Я понял. Хорошо. Все. Так, ну практически все, типа, надо же еще полить. Только по цвету, понимаешь, типа, достаточно воды или нет? Все, да я думаю, норм. Так, инструменты. Значит, деревянная удочка делается из дерева и смоляной буй нужен еще. Смоляной буй делается из смолы и дерева. Уже могу сделать. И могу делать деревянную удочку. Идеально. Удочка готова, теперь пора на пруд. Про леску умолчи.
Молчи. Что там было в рецепте? Рыба, морковка, остальное прослушала. Ну и ладно, буду готовить из того, что есть. Вкусно, рыбка? Так, пойдем порыбачим сначала у озерца. Кстати, уже темнеет. От него он, Драмир, это она. Леска делается из капрона, нейлона, полиамида, полиэтилена, кевлара, флюоркарбона. Ну, короче, химия. Это понятно. Спасибо за то, что ты четко дал ответ на вопрос. Я как раз это имел в виду. Так, порыбачить давай. Ох ты ж, ядрить мусор. Хорошо. Система, конечно. Краснохвостый сом. И еще. Я думаю, этого хватит, да? Пойдем попробуем. Что-то вроде темнело, и нет. И не темнеет опять. Итак, кухня. Вкусная рыбка. Морковка у меня есть. Делаем раз. Выглядит так себе. Главное, чтобы было съедобно. Нет, по такой темноте я ни за что не найдет дорогу домой. Надо зажечь огонь на вершине горы, чтобы она знала, куда плыть. Нужно сделать факел. Проще простого. Я им не научил их мастерить. Для начала соберу немного дерева. Так, сделай факел. Подожди, но я же собрал немного дерева. Нужен инструмент, факел, дерево есть. Все, делаем факел. Странно, что смолы не надо и ничего такого. Ну ладно. Надо с ним поосторожнее, огонь опасная штука. Ой, темнеет. Пора зажечь огонь на горе. Хорошо, что я не забыла. Какая же ты ответственная, Коа. Так, погнали. Значит, нам на саму гору наверх забраться. Пойдем. Игра сказала, что леска сама появляется. Я верю игре. Да, кстати, так и есть. Огонь на конце факела тоже просто горит на палке и никуда не уходит. Просто из-за того, что... Это ж теперь не палка, а факел. Так и есть. Так и есть. Я и говорит, в этой пещере раньше жили летучие мыши. Но теперь их не осталось. Доводы я и мне, кстати, не понравились по поводу того, почему нет пиратов. Очень странно, типа, я, почему пиратов нет? Ну, потому что здесь маленький остров. Я, и что? У нас же до хрена всего, у нас есть источник. Она такая, да, но он не для них. Окей, я, хорошо. Держи в курсе. Не понял, а как забраться наверх? А вот проход обходной. Залипательный игрулик. Как и все такие фермы-песочницы, я и полагаю. Так, подожжем факелет здесь сначала, да? И побежали. Если хорошенько разбежаться, я буду на вершине в мгновение ока. Ты беги, не болтай. Успею? Успела. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Отсюда я запросто увижу, где Яя. Как я рада, что она вернулась целой и невредимой. Надеюсь, она не забыла про шоколад. Я, кстати, просто подошел к... ням-ням. К маяку, так скажем. К этому, как называется, очагу. Очаг? Нет, не очаг. Как называется это место, ребят? Именно такого, такой формы. Типа чаша, не чаша. Блин. Короче, вы поняли, ладно, неважно. И не нажимал ничего. Типа зажечь там и так далее. Она сама зажгла.
А, я пришла, кстати, приплыла. Вон корабль. Жаровня, ну, может и пояс. Я уже даже не понимаю, какое слово я пытаюсь вспомнить, понимаешь? То есть это сложно. Работать с моей головой очень сложно. Я, ты привезла мне шоколад? Забыла. Ах, я. Если бы я знала, ты не стала бы готовить ужин. Ты приготовила ужин? Да, сделала рыбу по твоему любимому рецепту. Получилось не очень. Вдохновения не хватило. Ничего страшного. Прости, Яя. Ничего, Коа. Первый блин комом бывает. Талант нужно воспитывать. Самое важное — практиковаться. И не бояться ошибок. Приготовишь еще один ужин. Завтра. И послезавтра. И послепослезавтра. И когда-нибудь да получится. От ошибок убегать не стоит. В следующий раз выйдет лучше. Ну вот вроде воспитывает хорошо бабулька. А Торва, конечно, Коа. Все равно пипец. Вот ты весь секрет. Подойди к двери хранителя. Зачем? Хочу тебе кое-что рассказать, но сначала принеси мне кристаллиду из сундука. Вот ключ. Из твоего сундука? Да, но мне же нельзя туда заглядывать. Сегодня особенный день. Встретимся у двери. Смотрите. NPC в этой игре не ходят. Поэтому, чтобы вместе пойти туда, мне нужно пойти туда... Чтобы сработал скрипт, и я исчезла. Давайте сломаем сказку. Попробуем смотреть на нее все время. Получится или нет? На каком расстоянии она просто исчезает, мне интересно. Блин, здесь уже не посмотрим. Мне кажется, как только я типа возьму здесь вот кристаллиду. А вот и кристаллида. В этом сундуке полно моих побрякушек. Куча писем и бумаг. Каку ничего не выбрасывает, но сокровищ тут нет. Принесу я ей кристаллиду. Вот, все. Скрипт, скорее всего, сработал. Я уже там наверху. Да. Эй, вы там наверху. Точнее, не там наверху, а за горой. Дверь-то не наверху, дверь за горой. Вот она. Я принесла кристаллиду. Да, из моего сундука. Да, я из твоего сундука открыла твоим ключом. О чем ты хотела мне рассказать, Яя? Хорошо, что нет воды. Помнишь историю о хранителях? Да. Они защищали море и дверь. Верно. Когда возникала угроза, они встречались здесь и открывали дверь четырьмя кристаллидами. Дверь когда-нибудь откроется? Только если Маре грозит настоящая опасность. Она откроется, если собрать здесь все четыре кристаллиды, как будто четыре ключа. Вот бы увидеть, что там. Еще не время. Куда делись хранители? Они пропали. Постепенно. Мало кто по-настоящему понимал их труд. Как грустно. Мне кажется, наш мир вертится благодаря товарищам, которые работают сообща. Видишь спираль на двери? Кажется, что точки отделены друг от друга, но на самом деле их соединяет спираль. Ветер Марры. И правда. Например, когда ты меня о чем-то просишь, а я помогаю. Да, хоть ты и ворчишь все время. Ой, лучше бы я сидела без дела. Тебе разве не нравится лежать на траве? Конечно, это кому угодно по душе. Но ответственность важнее. Если убрать одну точку, все развалится. Коа, ты должна помогать другим. Всегда. Как? Принести им то, что им нужно. Или посадить семечко. Любое твое действие, даже совсем небольшое, приносит другим пользу. Мы всегда должны помогать? Даже злым? Даже злым нужна помощь, если они в беде. Но есть и по-настоящему злые создания. И как отличить одних от других? Поймешь по глазам, позови их пообедать. Ты все время-то говоришь «яя». Пусть путь к сердцу лежит через желудок. Так и есть, Коа, не забывай. Пора спать. Уже пора? Как же быстро прошел день. Спокойной ночи, маленькая хранительница. Кристаллида Коралл. Или Коралл. Отправляйтесь домой, ложитесь спать. Но я хочу за камни. Эх. Ясно, чат. Мы должны всем всегда помогать. Под такую-то музыку.
Просто хочется слышать какую-то оду о печальных возлюбленных или о грустном сиротушке. Пам-пам-пам-пам-пам. Ему пришлось прятаться от дождя в темных и страшных лесах. Мамой для него стала лиса, а папой ежик. Спим. Заборы, плавать, смотреть на города чужие, гулять по чужим городам, разговаривать с хозяинами и жильцами чужих городов, смотреть на высокие, сука, башни, лазить, изучать, осматривать, крафтить, бегать от собак, бегать к дедушкам, бегать, плавать от пиратов, смотреть, как кто-то плавает от пиратов. И все это в замечательные рисовки, похожие на японское аниме. Смотрите во всех кино... Блядь, подождите. Смотрите со всех экранов на YouTube, на Твиче. Летом 2020 года. Лето с Марой. Доступно в Steam с июня 16-го. Вот такой пролог, он закончился. Ну вот, ну есть какой-то, знаете ли, какой-то шарм у игры. Хочется, по крайней мере, мне хочется увидеть вот момент, когда она покинет остров и начнется вот эта вот смесь Зельды с каким-нибудь, типа, с какой-то фермой. Вот хочется. И поэтому я жду Summer in Mara. Вы сами тоже можете опробовать посмотреть, как оно все играется уже сейчас в Стиме. Пролог бесплатный. Как уже сказал. Ну, а на этом с Марой мы прощаемся. Да. И с Ютубом, кстати, еще раз. Твич. Нет, я думаю, ты не устанешь. Ютуб, пока. Дальше круче, Ютуб. Адьос.